тебе новые приобретения? Отличная лодка, просто прекрасная, на ходу. А то, что киль маленький? Ну, она вот выполняет скоростную, наверное, функцию киль маленький. То есть бежит быстро, да? Быстро бежит, по сравнению с другими лодками. А у тебя до этого какая была? Ниссан Моран, что ли? Да, Ниссан Моран. Он немножко подпиливает, киль маленький. А так на ходу очень хорошая. Шестерка. Двигатель. Объекту ниже вообще. Да, если надо поставить 9,9, да? 9,9 она будет поставить. Там очень хорошая лодка. Волну вроде бы держит. А плавание хорошо идет, да? Да, на поворотах идет хорошо. Держит повороты. Прекрасная лодка. Подобрали хорошо. 3.35, да? 3.35, да. Несмотря на то, что слабенький движок. Ну да, шестерка, на нее будет девятку поставить. Да, по паспорту, по-моему, пятнашка на нее, да? Да, ну пятнашки она будет вообще летать. Да, не многовато пятнашка у нее будет? Да нет, если вдвоем бы сидеть, то будет нормально. Одному, конечно, будет некомфортно. А вдвоем сидеть, один на переднем сидении, на заднем. Сиденья вот эти не нагреваются, черные, да? Нет, нет, совершенно не нагревается. А у тебя на той синей нагревали, да? Да, так материал. Ну, туда из-за материала, там у нее дермантин тоже заменитель. А здесь вроде бы как синтетика какая-то. Ну, ясно. А этой пользовался штукой-то? Подъемы, да, удачно, очень удачно. Очень хорошо якорь вытаскивает, очень прекрасно, совершенно безопасно якорь тащишь. Не боишься за лодку. Ну, удобно, да? Ну, удобно, очень удобно. Прекрасная вещь. И якорь хорошо на нем, и поднимать якорь хорошо. Мне понравилось. Вот, мне понравилось. Ну, отлично. Что, Ниссан Моран продаешь? Ниссан Моран внуку отдаю. Ладно. Что, поймали? Да, есть. Много? Ну, давай. 6 или 7 штучек, что ли. Посмотрим, что там за улов. Нет, ну я вышел поздно, очень, очень поздно. Ну ты ходил, смотрю, там по 7, по 6 метрам? По 7, наверное, да? Шел на 7,5, спиннинг шел примерно на 6,5, потому что там ярко. Я смотрю, ты серебитку поставил. А, бандит, да? Все бандит, тот же бандит, да? Все тот же бандит. Все тот же бандит. Здесь подход уже краски процентов 50 нету. Но работает прекрасно. Давай заглянем, мешок-то не мы вывалили. Ну так не увидишь. Ну, в этом году вот такие у нас уловы. Крупного очень мало. Я бы сказал, что вот этот вот сверху, вот эти есть крупный. На 2 килограмма это за счастье. Вот я поймал на 6 там практически. И это большая удача была. Судак весь мелкий в этом году. Мелкий, но много. Да, но много. Вот. В следующем году подрастет. Рыба много. Сейчас люди скажут, не подрастет, потому что вы всего его выбьете. Но если не мы его съедим, скажем так, то его съедят те люди, которые с детьми будут ловить. Ладно, кто-то его все равно должен съесть. Пусть будем мы. Все на самом деле берут, собирают, мы хоть какую-то мелочь еще отпускаем. Ну, Тимофей, а у вас что за уловы были? Хорошие уловы вчера. Ночью вчера ловил? Да, вчера ночью ловил. Отлично ловилось? Хорошо. 20 с лишним ловил. Платвичек. Платвичек, да? Платвичек, там что там у нас? Воблы, тарани. На удочку с берега, да? Да. Ну, на видео вроде тебя заснял. Пойдем дальше. Молодец. Вот так держи его. Все, держи его, ничего не сделай. Держи его крепче. Только со всей дури держи. Так, сейчас. Держи крепче. Сатиш, где? Куда дел? Не отцепляй воблер. Держи крепче. Просто ты держишь его? Да, держу. Очень сильно натянул, я вместе с ним туда уйду. Не должен. Да, его быстрее. Держись, держись. Затаскивай. Можно стащить. Да. Спиннинг, спиннинг, спиннинг. Есть, он здесь. Ё-моё! Ё-моё! Сколько этих пап? Тяжелый пап. Ну, поздравляю! Не зря все-таки же катались. Весь день. Ты меня только не укуси, родной. Тихо, 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 тихо. Ноги, 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 да. Ну-ка дальше. Я не знаю, Тимош. Сейчас будем завершить, у меня есть какой-то длинный. А? Прям немножко ногу убери в сторону. Ну вот мы его достали. Сколько в нем, бог его знает. 30, 40. Ну где-то так, точно не 20. Воблер Халка 150-й. Поближе покажу в обзоре. Все, друзья мои, мы поехали.